Вручение премии «Рунета-2012» – долгожданное событие для российской интернет-отрасли. В 9-й раз общенациональную награду в сфере высоких технологий вручали в Москве. На этот раз церемония состоялась в столичном клубе «Арена Москва» 21 ноября. Интернет, конечно же, давно уже перестал быть просто средством коммуникации. Сегодня это драйвер и развитие для многих-многих секторов экономики, а не только для самой интернет-среды. Это платформа для образования, это эффективный инструмент для развития бизнеса. И очень здорово, что мы все общими усилиями, шаг за шагом, реализуем яркие, значимые проекты. В числе номинантов на премию «Рунет-2012» оказался и проект ивановца Александра Моисеева «Generation Ad». Конкуренция в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации 2.0» в информационном обществе оказалась серьезной. В тройку лидеров вышел интернет-кинотеатр «Иви.ру», интернет-страница телеканала «Россия-1» и обновленный сайт агентства РИА Новости. Редизайн сайта и вообще весь его рестайлинг – это назревшая история. Мы занимались ей 1.5 года. Большая очень командная история, потому что большая команда людей, от дизайнеров до программистов, информационщиков и так далее, занимались этим самым редизайном. Тягаться с такими авторитетными интернет-проектами, конечно, сложно. Ведь сайт, созданный Александром Моисеевым, существует немногим более полугода. Число лауреатов не получилось попасть, но как бы в главные номинанты, пускай и не в главные в этой премии, а просто в десятку лучших, это уже победа. Я думаю, проект будет развиваться, он найдет свою публику, люди будут голосовать за реальное создание музея современного искусства в городе Иваново. Цель интернет-проекта Александра Моисеева – народное голосование за создание в Иванове Центра современного искусства. Generation Art – это своего рода всероссийский онлайн-музей, где свою выставку может разместить любой творческий человек. У нас нет центров, где люди, подрастающее поколение, могло бы обучаться искусству, могло бы повышать свой уровень развития в плане культуры. Это очень необходимо. И сейчас это, можно сказать, проблема, которую нужно решить. Расстраиваться Александру некогда. Главное не победа, а участие. Тем более, что впереди много работы. Есть планы, как сделать сайт Generation Art более удобным и содержательным. В планах разработка новых разделов и более тесное сотрудничество с ивановскими музеями. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново, Москва.